Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю заправку для салата под названием лимонный винегрет. Очень вкусная, простая в приготовлении, отлично подходит ко всем листовым салатам. Для приготовления салатной заправки лимонный винегрет нам потребуется 1 лимон, я буду использовать 4 столовые ложки лимонного сока, а также мне потребуется 1 чайная ложка измельченной лимонной цедры. Ни в коем случае для цедры не берите белую часть лимона, только желтую. Также 1 чайная ложка горчицы Дижон или любой другой неострой горчицы, которая есть у вас в наличии, 2 чайные ложки сахара, пол чайной ложки соли или по вкусу, также черный перец по вкусу и оливковое масло 8 столовых ложек. Ну что, давайте приступим. Все компоненты для салата я буду смешивать вот в такой вот банке, а также буду хранить в этой банке в холодильнике с крышкой. Очень-очень удобно и быстро. Итак, в банку наливаю 8 столовых ложек оливкового масла. Добавляю горчицу Дижон, соль, сахар, измельченную лимонную цедру, только желтую часть, и лимонный сок. Следите за тем, чтобы не попали лимонные косточки. Добавляю черный перец по вкусу. Обязательно попробуйте на наличие соли. Кому нужно, добавьте еще соль. Закрываю крышкой. И все хорошо взбалтываю в течение 20-30 секунд. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 120 мл заправки лимонный винегрет. Хранят такую заправку в холодильнике в течение 3 дней. Лучше всего она подходит для листовых салатов. Сегодня у меня это руккола, помидоры черри, козий сыр и сушеная клюква. Очень вкусный салат, советую попробовать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока-пока.